Одна из приоритетных задач республиканских властей для устойчивого экономического развития – это создание новых рабочих мест. Как отметил глава региона Батухасиков, в рамках индивидуальной программы развития до 2024 года будут создаваться дополнительные рабочие места. Также в целом постепенно развиваются все сферы – сельское хозяйство, здравоохранение, образование, строительство и дорожное хозяйство. Все это требует как новых кадров, так и новых знаний. В этой связи Батухасиков поручил правительству Калмыкии продумать потребности на несколько лет вперед по обеспечению рынка труда республики новыми кадрами, активно взаимодействовать с работодателями, СУЗами и вузами региона. Важно проработать инструменты целевого набора, чтобы обеспечить приток молодых специалистов. И еще руководитель республики сообщил, что в 2020 году региональные меры поддержки помогли предпринимателям сохранить 1259 рабочих мест. Подобная поддержка не только помогает бизнесу, но и создает благоприятную атмосферу для появления новых предпринимателей и новых вакансий.